3 октября 2014 года. Пошли с Громом. Говорится, сибирская тайга – это самое лучшее место, даже лучше, чем амазонка. Сегодня первый день охоты у моего Грома. Итак, с Громом дошли до первых обглоданных осин, лосем. Лоси обглодали осины. Вот. В том году я здесь добывал километров в двух лосика двухгодовалого. Ну что, пытаюсь обучать Громика. Да, Гром? Правильно? Хорошие у нас места. Тайга. Тишина. Приятный запах. Березовая тайга. Видели мы с ним уже рябчика. И еще один свистел после того рябчика примерно через километр. Видели с ним белку, но я не стал ее стрелять. Потому что он на нее не залаял, как бы не обратил внимания. И она еще не выходная. Так, сейчас попробую дойти и найти солонец свой прошлогодний. Но я не знаю, примерно не по курсу иду. По-моему, курс у нас не тот. Ладно, пошли дальше. Вот так вот делают крысы. Сняли петлю и капкан. Да, Гром? Фидеры. Это метров 150 от моего солонца. Крутятся лоси постоянно. Облака у нас красные. Может, морозик будет. Если бы еще снежок пошел, так вообще бы замечательно было. Так, все, пошли дальше. Еще в том году здесь были хорошие заросли сосняка.
в нашей тайге пропадает столько красного леса. Эти же уроды напилили его. Эти же уроды его и побросали. В таких вот местах мы охотимся. С такими уродами. Гром. Громчик, что ты там нюхаешь? Пойдем. Ищи след. Ищи. Ищи белку. Найдешь белку, научишься брать соболя. Научишься брать соболя, поймешь, что такое охота. А когда поймешь, что такое охота, ты научишься идти за лосем. Удачи тебе, бро. Ну вот. В чужой петле, как и в том году, попадался рябчик. Попался рябчик. Хорошенькая. Ух ты, блядь, самочка. Оставь! Оставь! Уйди! Уйди! Пойдем! Не нашу! Это дело Сашина. Пойдем! Айда, гром! Птицу стой! Пойдем! Айда, громче! Айда! Айда! Оставь птицу, не трогай! Все, оставь! 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 Оставь птичку! Оставь! Вот, в петелечке сидит рябчичек. Вот так вот мужички промышляют рябчиками. Хорошее дело. Пойдем, айда. Гром, рябчики не нож, пойдем. Пойдем. Уже темно. И почти 8 вечера. Третьего октября 2014 года я прошел свой путик. Пошел я без 20. Так, обнаружили первую белочку. Пошла она наверх на сосны. Сейчас мы ее снимем. Вон она пошла. Верхом пошла. Ага. Встала и стоит. Сейчас мы ее получше снимем.
Теперь она где-то здесь.